вы давно занимаетесь фитнесом? Да, 3 года. Полно. А пришли с нуля? Да. Вот свидетельство. И что? Какие результаты? Чуть-чуть. Олимпий? Да. 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 Как вас зовут? Петрова Надежда. Хороший пациент, очень приятно. Канал Юра Ильинаш. Да. Тяжелая атлетика. Да. Да. Как вы относитесь к тяжелой атлетике? Прекрасно. Надо поднимать что-то? Да. Прекрасно. Я вам покажу. Покажите? Покажу технику. А вы попробуйте, хорошо? Нет. Да. Я не попробую. Попробуйте. Нет, я боюсь. Я не будет. А я не буду вам большой, с грифом. Просто с грифом. Надежда, покажи для девушек, как им качать. Все хотят качать попу. Я могу показать, как я качаюсь, но не попу. Покажи какое-нибудь упражнение. Я лучше буду делать, а вы будете. Да, хорошо. Посмотрите, какая красавица вам сейчас покажет, как качать плечи. Вот такая спина должна быть. Сколько подходов ты так делаешь? По 10. 10 подходов? 15, да. На спину 15, на руки 10. А по сколько повторов? Нет, вру, повторов по 10-15. А подходов? А подходов 3-4. 3-4 и все? Потом переходишь? Потом на низ. Ты ноги часто вообще? Качаю? Да. Один раз в 3 недели? Один раз в 3 недели? Да, 3 недели. Мне кажется, это редко. Это мало. Ага, поэтому с этим связано. Я понял тебя. А кардио ты делаешь, кардио? Сейчас нет. Вообще? Хожу, могу. Ходишь? По улице? Отлично. Я говорю, научил, кто тебя? Научил меня Всевышний, просветляет. Кто? Во сне. Смотри какой, а. Больше ко мне не подходи, не учись, понял? Я понял. А что делать? Своими силами. Потому что меня не надо называть Всевышним. Мочи его. А теперь ногой добавляй, ногой обязательно. У нас могут делать такие красивые девушки. Тебе так не больно лежать? Классно. Ты занималась каким видом спорта? Домашним. Не, серьезно. Уборка, стирка, вложение, воспитание ребенка. О, это тоже классно, семейно. А вообще, гимнастика, да? Или акробатика? Не, гимнастика, акробатика. Очень круто. И карате, синхронное плавание. Да? Как все успеваешь? Но... И ребенок, и семья. Я представляю, как мужу с тобой хорошо.
рядом он никого не боится, с ним каратист, акробат. Я как бы муж в лучшей форме. Молодцы. Я как бы за мужем, в прямом смысле слова. Молодцы. Ну, ты сегодня покажешь еще какие-нибудь упражнения интересные? На кольцах постараюсь показать. Хорошо. Ну, вот такие дела, друзья. Я думал, ты сейчас будешь тут делать выходы, кресты. Я сначала разомнусь, а потом сделаю. Делаешь? Ну, что-нибудь-то сделаю. Вспомню. Она самоучка, отстань от девушки. Я тоже так хочу.